очень распространена работа с госучреждениями через сайт госуслуг. Подскажите, возможно ли также наладить работу с пенсионным фондом? А то там такие большие очереди. С этого года для наших граждан, у наших граждан появилась возможность, то есть право, получать услуги пенсионного фонда и личную информацию через сайт ПФР, через личный кабинет, то есть используя интернет-ресурсы. Вообще, надо сказать, что сама процедура регистрации и создания личного кабинета, она очень понятна и проста. То есть, если гражданин зарегистрирован на сайте, на портале госуслуг, либо заходит на сайт ПФР, он может зарегистрироваться и создать свой личный кабинет. А возможности личного кабинета сегодня весьма широки. То есть можно уже, не выходя из дома, подать заявление о назначении пенсии, причем любого вида пенсии, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, и подать заявление о доставке пенсии, то есть выбрать, куда будет доставлять пенсию, либо на дом через отделение связи, либо через кредитное учреждение. Надо сказать, что это самые наиболее распространенные вопросы наших граждан – это назначение пенсии, доставка пенсии. Вот. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим уссурийцам такой возможностью воспользоваться. При регистрации и создании личного кабинета нужно просто пошагово, четко следовать инструкции, которые там предлагаются, и вводить свои личные данные. В целях экономии личного времени клиента, а также с целью, так скажем, сокращения ожидания в очереди других клиентов нашего управления, которые к нам приходят с другими вопросами, мы предлагаем как раз нашим уссурийцам, которые сегодня имеют дома компьютер и подключены к интернету, подавать заявление именно через личный кабинет.